Всем привет, всем здравствуйте. Видно, да? Сегодня розовая нежная коллекция. Но я вам сегодня еще раз прорекламирую вот такую новую вкусняшечку. Я вот ее пока наглаживаю, вот целую неделю здесь нахожусь. Это в противовес нежнятинке, которая вышла у нас в январе, в феврале. Да, это две пастельные коллекции у нас вышло одновременно. Смотрите, что-то у меня палитрочка-то моя разваливается постоянно. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, здравствуйте! Как ваши дела? Смотрите, какое у меня хорошее настроение. Я сейчас буду этим настроением делиться с вами. Сегодня у нас будет нежность. Если в прошлый раз я для вас проводила эфир, он был такой более в сторону абстракции. Ну, такой, знаете, в кавычках минимализм, потому что все-таки я с минимализмом работать никак не могу. Не мое это. Вернее, у меня, вы видите, у меня периодически у меня футуризм, космизм, но он же, опять же, через перегруженные композиции, потом меня кидает в нежность. Потом у меня опять, я уверена, сейчас год меня опять кинет в какой-нибудь футуризм, абстракционизм, а пока у меня Дольче & Габбана. Вот, короче, противовес нежным двум коллекциям. Это Soulful Morning и Sensation. Мы как раз сегодня будем Sensation работать. Сейчас объясню, почему. Сегодня для коллекции слайдеров вишня и клубничка идеально подойдет Sensation. Вот. Противовес этим двум коллекциям. У нас скоро ожидается старт продаж новой коллекции. Смотрите, она тоже такая летняя, весенняя, сочная, более насыщенная и более теплая. Если эта коллекция, она больше состоит из холодных оттенков, да, и пастельных оттенков. Это цветотип лето, весна. Что с моей палитрой? Сделать мне кто-нибудь новую палитру. Короче, все отваливается, не могу. В общем, противовес типу лето, весна. Вот эти оттенки очень подойдут. Часть для зимы, да, вот этот тут крайний правый и крайний левый. И часть коллекции подойдет для осени. Вот, но опять же, несмотря на это, вот смотрите, самый модный зеленый, который сейчас можно только придумывать. Классный нюдовый. Вот этот вот кайфовый, я называю вот эти два цвета, смотрите. Ну, я сейчас чуть поближе, потом попозже покажу. Коралловый и вот такой дымчато. Даже не знаю, какой тут. Ну, это я цвета называю база. База в помадах. Это обычно такая же база. Это когда мы покупаем и этим красим губы просто бесконечно долго. Короче, цвет 407 это цвет губной помады, которую мы используем просто бесконечно долго и вечно, потому что это подходит под цвет наших губ у основной части женщин. Вот, поэтому коллекция тоже, кстати, базовая. Цвета такие подбирали, то, что нам нужно, базовый ассортимент. Из этого вообще ничего выводить не будем, поэтому коллекция Sensation, это все будет в базовом ассортименте. Коллекция пастельная Soulful Morning, то же самое, все будет в базовом ассортименте. Вы видите, что мы сейчас меняем базовый ассортимент активно. Мы сейчас пытаемся за 22 год вот такими темпами все это поменять. И... сейчас надеюсь, что за 23 год окончательно у нас сформируется новая палитра. Мы сделаем новые папки. Ну, вот так получилось. Вы понимаете, почему так получилось? Потому что наш поставщик пигментных паст, он отказался работать с Россией. И из-за этого мы теперь не можем наколеровать большую часть цветов из предыдущего ассортимента. Поэтому многие сейчас ругаются. Говорят, что ни хрена ничего нет. Верните тот цвет, верните этот. Понятно, мы по возможности пытаемся повторить, попасть цвет в цвет. Но большую часть цветов приходится выпускать заново, потому что не можем попасть в нужный подтон. Очень жалко, что нет новых гель-красок. Девочки, ну вот так. Пока мы сейчас фокус красок убрали, я уверена, что мы к этому вопросу вернемся. Сейчас просто стараемся держать тот ассортимент, который более востребованный. Краски сейчас, к сожалению, они не востребованы, смотрите. И вот вроде по комментариям ты смотришь, и вроде таких мастеров много, но на самом деле у вас очень маленький процент, кто пользуется сейчас красками гелевыми. Вот, поэтому вот последняя коллекция, она у нас вышла зимой.
осенью, вернее, да, зимой уже не было, и весной, лето им не было. На осень я сейчас хотела, но я понимаю, что мы просто не проходим по бюджету. Вот, у нас сейчас просто очень большие расходы идут на то, чтобы компания работала и работала в штатном режиме, чтобы большая часть ассортимента, именно расходного, тот, который прям расходуется постоянно, его вот удерживать, находить сейчас альтернативы для производства. Вот. В общем, начинаем с вами рисовать. Люблю рисовать красками, но клиенты же присытились дизайнами. Слушай, ну это надо просто перерыв периодически делать, я тебя умоляю. Это, смотрите, вот ты начинаешь ходить с дизайном, и клиенты, они начинают этим вдохновляться. Ты бросаешь ходить с дизайном, и они тоже бросают. Тоже, возможно, это из-за этого происходит. Так, ну что? Сейчас еще раз отвлекусь, покажу поближе эту красотку. From Dawn to Dusk. From Dawn to Dusk. Тыбищ. Здесь все как положено. Ложечки, наклеечки. Вот. Ну, сегодня распаковку не буду делать. Я пока дразню вас. Я пока вас дразню, поддразниваю. Вот. На следующей неделе, я уверена, мне девчонки поставят уже эфиры по этой коллекции. Уже буду творить с этой коллекцией. Я ее обязательно с собой повезу на Кипр, потому что я уже через неделю на Кипр улетаю. Я лечу к солнышку. И для вас сегодня, смотрите, вот такой восхитительный вариант дизайна. Это то, что я говорила, почему я хочу использовать сегодня коллекцию именно Sensation. Потому что под два новых слайдера, которые у нас не так давно вышел, это клубника и вишенка, просто идеально фоном именно розовая тема. Вот идеально именно розовая тема. Так, ну давайте начнем. Так, ноготочки мои, девчули. Кто не купил Dolce & Gabbana, завидуйте молча. Хотя у вас, кстати, есть возможность купить бокс Dolce, потому что он еще есть в наличии, так как я его выпустила цветочную тему зимой, и многие побоялись. Вот, поэтому, если что, бокс еще есть в наличии, вы можете спокойно успеть. А я готовлюсь, видите, к новой фотосессии. У меня завтра фотосессия в стиле барокко, в стиле рококо, и я решила себе сделать вот такой белый маникюр, кружево, камни, цветы. В общем, неожиданно для меня. Это неожиданный выбор. Очень-очень красивые брендовые цвета весеннего и летнего сезона. Лена Равенская. Спасибо, Лен. Лен, ну цвета старались прям вот, ну как мне кажется, мы угадали. Во-первых, очень удачная вот эта розовая коллекция, которую я сейчас буду работать. Прям такая подборочка хорошая. Тоже ориентировались на те розовые цвета, которые сейчас будут популярны в одежде. А сейчас прям тренд на розовое. И это уже какой? Это уже второй или третий сезон тренд на розовое продолжается, да? Цвет года у нас же маджента. Вы знаете, что маджента у нас, мы ее даже выпустили еще отдельно цвет. Вот, поэтому, если что, у нас еще есть отдельно цвет. Он отличается, кстати, от 381-го. Вот, но если, например, не кайф покупать отдельно, вот достаточно купить одну коллекцию. Здесь будет вам и цвет года, но он тут другой. Я все время наношу, чтобы сравнить. Давайте нанесем. Цвет года, он более такой вот прям насыщенный. Здесь он более уходит в такой вот розовый. А этот вот прям маджента классическая. Вот разницу видите, да? Вот, но опять же, и этот цвет, он может быть цветом года. Вернее, этот цвет. Потому что этот вот прям, вот он прям цвет года. Маджента, мы так его и назвали. Viva Magenta. Вот. Но, если что, имейте в виду, 381, если клиенты попросят, что хочу вот какой-то цвет, как цвет года, вот номер 381, он тоже может быть как маджента цвет года. Что имейте в виду. Имейте в виду. Так, а мы с вами сегодня выбираем для работы вот такой персик 385, и мы выбираем с вами оттенок 384, и сейчас будем работать с градиентом. Напишите, кстати, пожалуйста, вы какой градиент больше любите, с акриловой пудрой или без акриловой пудры?
Вот я, кстати, по времени не вижу разницы, в принципе, одинаково делать. Вот, ну давайте сейчас попробуем поработать с акриловой пудрой градиент. Легче делать, по времени этого одинаково, в принципе, но делать просто легче. Нанесли тоненький слой, взяли любую пудру акриловую. Ну, вот, девчонки у нас покупали на Озоне, нет, не на Озоне, наверное, на Валбересе покупали, я так думаю, на Валбересе. Так, чем бы насыпать? И насыпаете. Очень важно купить, чтобы она была единственно мелкого помола, такая мелкозернистая. Все, и в лампу. Тоже с пудрой. Ну, вот видите, все с пудрой. Ну, я разницу не вижу по времени, потому что, честно говоря, думала, что будет быстрее, а по времени все равно, блин, то же самое. Вот, то же самое, но легче. Согласна, что легче. Так, вот они, наши два красавчика из розовой коллекции, которые мы сегодня выбираем. Да, этот цвет, конечно, из розовой коллекции 381, роскошный. Вы знаете, цвет не для дизайна. Я называю этот цвет такой самодостаточный. Это когда ты делаешь, например, ногти миндаль, покрываешь этим цветом, и все, и больше ничего не нужно. Ты просто роскошно. Вот 381 цвет. Это из коллекции тоже, вот розовой коллекции. Я вот сегодня хотела им работать, потому что нет. Для клубничек и вишенок. Итак, что у нас классного? Клубничный джем идеально будет дружить вот с какой-то подложкой. Это белое, что-то молочное, розовое, персиковое. Вот, и даже, в принципе, красный мог бы сюда тоже пойти, кстати. Сюда тоже красный мог бы пойти. И второй слайдер – это вишенки, то, чем сегодня мы будем работать. Это вишневый цвет. Смотрите, здесь прям есть готовые композиции, есть одинарные вишенки, есть готовые композиции из цветов. И начинаем с вами все это смешивать друг с дружкой. Так, убираем излишки акриловой пудры и поехали. Ну, мы сделаем два варианта сегодня с вами. Вариант с цветами и вариант с вишней. Вот этот классный цвет, тоже самодостаточный. Просто покрыть какой-нибудь миндаль, троечка, четверочка. Я, кстати, что-то, знаете, я сегодня себе сделала квадрат, а сама хочу миндаль. Я так думаю, я, наверное, сейчас неделю с этими ногтями похожу. Прилечу на Кипр, наверное, укорочу себе длину и сделаю себе миндаль, и уже сделаю себе коллекцию пастельную. У меня просто завтра будет классная съемка для контента, для моего Инстаграм. И у меня вот сейчас вот этот маникюр белый с цветами, с Дольче Габбана, с кружева будет просто идеально дружить. Из-за того, что в акриловую пудру впитывается гель-лак, градиент получается, видите, более мягкий. По времени то же самое все. Почему? Потому что вы время тратите на пудру. Все равно время мы тратим. Так, сушим. С пудрой просто легче делать, девочки. Это новая техника. Я уж не знаю, кто придумал. Подскажите. Это сейчас просто весь Инстаграм усыпан вот этими мастер-классами, где градиент делается с пудрой. Я, честно говоря, сама делаю без пудры. По мне, по времени это то же самое. Вот, а градиент у меня и так перемешивается нормально. Вот, поэтому здесь по желанию. Я сейчас просто вам решила вот такой вариант показать. Сейчас второй вариант градиента будем делать просто без ничего. Просто легче. Мне причем еще кажется, все равно он чуть-чуть увеличивает толщину, вы должны понимать. Там незначительно, но есть чуть-чуть.
Вот. Ну, зато очень легко перемешиваются. Поэтому у кого проблемы с перемешиванием цвета, особенно, знаете, вот бывают клиенты, ну, попросят такие сложных два цвета смешать, а они реально, ну, не смешиваются. Вот, благодаря акриловой пудре можно смешать сложные цвета. Вот, да, кстати, вот в этом плюс. Сейчас-то у меня два легких цвета, и они легко смешиваются. Они что с пудрой, что без пудры легко смешиваются. А если взять каких-нибудь два контрастных цвета, да, в обычное время я бы там затратила много движений, чтобы это все перемешать. А здесь это все быстрее происходит. Так, сушим. Сушим, сушим, сушим. И стемпинг. Я теперь без стемпинга никак, видите, так привыкла, мне так нравится. Ну, и опять же, видите, я как работаю с стемпингом. У меня стемпинг выполняет роль фона. Я просто за счет стемпинга усложняю фон. А основные действующие лица, основные главные элементы композиции, да, всегда в композиции есть главные элементы, есть второстепенные элементы. И вот второстепенные элементы очень быстро и ненавязчиво получается делать при помощи стемпинга на заднем плане. Вот, а уже главные элементы, они яркие, сочные, мы делаем при помощи слайдеров. Это вот у меня сейчас излюбленная последовательность. Я сначала делаю стемпинг, потом я делаю шармиконы, если нужно, и потом уже в конце слайдер, уже основной, главный, в центральную зону ноготочка я сажаю. Вот, и у меня, я вот так вот сейчас работаю. Стемпинг, шармикон, слайдер. Матовый топ и обязательно потом джентиклет. Еще раз напоминаю, любимые мои девочки, что у нас уже давно в продаже, как 2 месяца, продается новая формула джентиклет. Поэтому кто давно ждал объемный гель высокой вязкости, без липкости, как раз чтобы делать объемные элементы легко, быстро и качественно. Джемтиклер новой формулы. Приветствуем. Есть у дистрибьюторов и есть на amyshop.ru. Так, ну что, поехали. Сегодня у нас день вишенок. Сегодня мы работаем с вами с вишенками. Слушайте, где-то у меня здесь были типсы, кстати, с клубничкой. Я делала время про клаб в Instagram. Вот надо, кстати, найти. Я должна клубнички еще показать. Нету. Ладно, с клубничками сейчас чуть попозже кого-нибудь попрошу. Так, ну что? Что возьмем? Что возьмем? Я, наверное, возьму вот такую кучку вишенок. Здесь мы прям специально сделали на одном слайдере по чуть-чуть и целая композиция. Целая композиция у нас состоит из и листиков, и цветочков, и вишенок. Вот. А цветочки мне вот нравятся, я их как дополнительные элементы композиции вырезаю отдельно. Сейчас я их понавырезаю. Так. Галя! Галя нужна мне. Галя нужна. Так, а что я нанесла? Я Т-класс нанесла? Т-класс, правильно. Я же стемпинг делала. А? Уже прям ушла домой? Ну пусть зайдет, я там, пока она не ушла, чтобы она косметику собрала для съемок. Так, чистим пластину мою любименькую. И мы сейчас на заднем плане с вами будем брать что-то из пастельного стемпинга. Ну, смотрите, стемпинга много. Мы его специально сделали под коллекцию пастельную. У нас их 2, да, и Sensation, которая сейчас работаю. И коллекция пастельная, поэтому у нас и стемпинг в этот раз, видите, пастельный. Вот, поэтому мы стемпингом сейчас сделаем какие-то там, возможно, элементы листиков, цветочков, мушек. Я, в принципе, похожие последовательности здесь уже ВКонтакте работала.
И прошлой недели вы видели варианты дизайна. Я очень люблю вот это вот послойное наложение. Так, ну возьмем. Так, поехали. У меня, правда, скотч не приготовила. Видите, нужно скотч двухсторонний кусочек, чтобы вот так вот вокруг убирать. Так, и поехали. Это чисто для дальнего плана. Он будет не сильно выделяться, но читаться будет. Так, и сейчас мы подобавляем всякие вот такие вот веточки. Не факт, что они останутся видны. Возможно, я их закрою потом шармиконами и слайдерами. Но будет сложная композиция. Понимаете, когда что-то там на заднем плане виднеется, потом на переднем плане. Так. Что еще сюда? Можно бабочку добавить еще. Можно маленькую бабочку тут добавить. Блин, у меня все в акриловой пудре, это капец просто. Просто трэш. Так. Так, ну я думаю, что достаточно. А что теперь? Шармикончики. И сегодня я работаю шармиконом номер 229. Шармикон номер 229. И видите, еще ногти не закончил. У меня, кстати, вот этот большой палец пострадал, он весь в дисперсии, незаконченный, и 4 пальца закончила, а этот еще нет. Да, золото, серебро будет для стемпинга. Сейчас серебро мы выпускаем тоже скоро, и потом золото. Так, смотрите, давайте я сейчас сделаю дизайн и отвечу на все ваши вопросы, хорошо? Так, смотрите, очень прикольно, здесь есть вот очень милашные, романтичные вещи, как, смотрите, конвертик с веточками, какие-то надписи милейшие, какие-то вот такие пластыри с цветочком. Смотрите, видите, когда идет цветочек, так пластырь, такой кустик, пластырь, что тут еще, такие крылышки, конвертики. Ну, очень милашно, я прям обожаю эти шармикончики. Так, ну я думаю. Так, ну надо какую-то надпись, конечно, еще добавить. Давайте добавим. Можно черную надпись. Они тоже тут романтичные, мелкие надписи. Все сделали. А вот теперь уже переходим к слою. Это слой у нас слайдеров. Видите, на теклас сделали стемпинг и заодно сделали шармикончики. А и сейчас делаем наши вишенки. Так, водичка. Можно было стереть дисперсию. Я не люблю стирать дисперсию. Когда идет градиент, вот прикиньте, градиент, если обезжиривать, это очень опасно. Есть вероятность, что вы просто, ну, как бы у вас градиент где-то вот так вот проплешинами будет. Это может очень некрасиво получиться. Вот. Поэтому обезжиривать, пожалуйста, можно, но вот как бы градиент лучше не обезжиривать, мне кажется. Вот, а так можно, конечно. Так, что это тут у меня? Ага. Так, так, так. Разровняли. Ультрабонтик. Ультрабонтик.
матовый топ. И уже по матовому топу мы делаем какие-то классные штучки. Так, давайте еще. Нет, достаточно, да? Объемные, не все. Здесь вот я предлагаю сделать буквально 3 ягодки. Все остальные ягодки мы сделаем глянцевыми, но без объема. Сушим. Берем Джеймс Эклер. Сейчас я на ваши вопросики отвечу. Нежнятинка моя. Ну, скажите, девочки, делают клиенты вот такое сочетание, когда вот не что-то такое в стиле примитивизма, а когда реалистичные вишенки, соцветия, цветочков, вот эти вот ягодки-малинки. Или вот это все-таки для женщин 40+, для таких, как я? Вот, ну, ответьте мне, пожалуйста. Я все время, знаете, мучаюсь, что вот мой вкус, конечно, а мне-то уже, у меня роскошные мои 40 лет, мой вкус, конечно, отличается от девушек, кому 30+. Это совершенно другая категория клиентов. Давайте порассуждаем сегодня на эту тему. Мне очень интересно. Так, пока вы мне пишете, все-таки эти дизайны для какого возрастного клиента? Сейчас только давайте не будем брать тех клиентов, кто не делает дизайн. Таких много, я согласна. Но мы же с вами про дизайн. И, как правило, к нам и клиенты такие подтягиваются, липнут. Кто любит что-нибудь веселенькое на ногтях? Боже, ну как же мило. Смотрите, объемные ягодки. Ты, знаете, все время пример себя успокаиваю. Так, ну, Dolce & Gabbana продается за огромные деньги эти платья, эти кофты. Это просто сочетание несочетаемого. Огромное количество бижутерии, деталей. И это же продается, значит, на это есть клиенты. И у нас в Эми на дизайны вот такие, когда а-ля Dolce & Gabbana, когда всего и побольше, цветочки, бабочки, вишенки, ягодки. Так, Татьяна Решетникова пишет, не делают у меня такие. Здравствуйте, мои клиенты делают даже 18. Так, девчонки, ну есть джемти в прозрачной продаже. Ну смотрите, вот специально даже уже 2 банки показала. Ну, девчули, Эми Шоп, заходим. Прям давайте вот прям слово посмотрим, как оно пишется правильно. Забиваем. Джемти гель клер по-английски. Он в продаже уже 1,5 месяца. Он есть у некоторых дистрибьюторов. Я не знаю, все ли дистрибьюторы закупили, конечно, но на Эми Шоп этот гель уже есть 1,5 месяца. Девчулечки мои любименькие. Я уже не знаю, как про этот джем. Я поэтому уже попросила, говорю, сделайте отдельный пост, на, чтобы прям джемти клер. На всю фотографию всем было видно. Дольче будут ли отдельно? Я планирую, девочки, все для этого сделаю, чтобы у нас дольче было еще и отдельно. Но мы пока бокс не продадим, а мы его еще пока продаем. Вот. Я сейчас могу, кстати, узнать, сколько у нас на остатках осталось боксов. Так, смотрите, теперь я беру Теклас, выкладываю куда-нибудь на отдельную палитру. И остальные элементы мы просто промазываем, чтобы они были глянцевые. Тогда этот элемент прям становится явно главным. Все, сушим. Так, ну я с вами же болтаю. Так, я как клиент обожаю такие клиенты, у нас никто такие не делает. Татьяна Лаврова, я, ты знаешь, я твой прям вот комментарий сфотографирую даже. Я вот то же самое пытаюсь всем объяснить, говорю, что дизайны их делают. Их делают просто
мастеров зачастую не хватает. Поэтому, девочки, вот вы кто любите вот таким вот заниматься, любите такое делать, вот поймите, у вас будут клиенты, и они есть. И они бедненькие ищут и не могут найти. Ну, я думаю, что все, нет смысла вот с цветочками показывать. Оно все из этой же категории. Хотите, я вам вот так вот поближе покажу? Сфотографируйте себя. Вот так вот. Композиция. Смотрите, вот так вот. Раз. Ну, понятно, часть ногтей нужно делать здесь пустыми, просто с градиентом. Либо однотонно. Например, часть ногтей сделать персиковыми, а часть ногтей сделать розовыми. Да? Так, а я еще хотела поговорить, знаете, с кем? Так, Татьяна Ерешетникова, скажи, а ты была во вторник на эфире? Вот там были другие дизайны. А вот такие дизайны клиенты у тебя делают? Или делают в основном вот что-то совсем такое вот по-быстренькому, совсем простенькое? А вот такое делают, скажи мне? Так. Татьяна Лаврова, я тебя поняла, что ты опечаталась, да. Так, нужно фильтр мне включить. Переворачиваю экран. О, боже, как хорошо с фильтром. Так, что у нас? Итак, сейчас я за эту коллекцию, кстати, точно скажу, дата появления. Юля, какого числа на Amy Shop новая коллекция? С 28-го, а это у нас получается что? Понедельник, вторник это? Вторник? Короче, уже на следующей неделе на Amy Shop. Дистрибьюторам это уже отгружается. Есть вероятность, кстати, что у некоторых дистрибьюторов уже она есть в наличии. Вот. Вот Жор мне подсказывает, Татьяна Демнина, это с 28 марта. Так, Катя, скажите, будет в продаже слайдер яркие бабочки? Быстро закончились, только один купила. Че, правда закончились? А че, у нас слайдеры бабочки уже закончились, девочки? Слайдеры бабочки? Да, здесь вот девчонки пишут, что бабочки уже закончились, нет в наличии. Сейчас посмотрим. Да, девочки, сегодня же наш праздник. Я вас поздравляю всех с нашим праздником, праздник мастера маникюра, желаю и вам, и нам как можно больше хороших, благодарных клиентов, хорошего вам настроения, побольше позитива и очень много вдохновения, чтобы вдохновляли сами себя, вдохновляли всех вокруг клиентов, благодаря этому у вас будет очень много энергии. А вдохновляться можно как раз через красоту, через дизайн. Я не призываю всех клиентов, всех мастеров идти учиться на дизайне, делать дизайн. Но, блин, это настолько вот уровень энергии поднимается. Тут сегодня у меня был инсайт, что я говорю, я поняла, что имеет большое значение, как я сегодня одета, какой цвет у меня одежды. Я вот чувствую, что вот у меня вчера был такой, знаете, синий плащ насыщенный, красное платье, красные туфли. Я понимаю, что вот эти цвета, они на меня прям вот воздействуют, что это прям, знаете, такая энергия. Я вчера сделала такой объем работы, который делала бы до этого там 3 дня. Понимаете? С маникюром то же самое, с дизайном, когда вот вы что-то сидите мелкое делаете, такое что-то симпатичное, хорошенькое. Вы себе даже не представляете, как у вас начинает подниматься уровень энергии, потому что вы чувствуете вдохновение. Вы чувствуете вдохновение, энергия поднимается. Так, так что поздравляю нас, девчонки. Елена Айвазян пишет, мои клиенты вообще перестали делать дизайны только однотон. Слушай, ну у меня тоже такое бывает. Я вот очень часто вот эту руку снимаю, прям делаю однотон. Мне очень нравится, когда у меня одна рука однотон. Ну тут-то, конечно, у меня по работе всегда дизайн. Я без этого как бы не разрешаю себе ходить без дизайна, потому что я продаю дизайн. Как я могу ходить без дизайна, если я это продаю? Вот, поэтому, возможно, Елена, ты сама ходишь без дизайна, и ты сама устала от дизайна. Кать, сделали до заказ, скоро будет на сайте. Вот, сейчас сказали, сделали до заказ, скоро будет на Amy Shop. Ну, как хорошо, что быстро закончились. Это, знаете, это очень приятно, когда быстро заканчивается, значит, сделали все правильно, значит, все понравилось, все зашло. Вот, кайф.
Только что-то Дольче Габбана на остатках еще есть. Слушай, Юля, ты можешь узнать на остатках Дольче, сколько осталось? Я просто понимаю, что я Дольче выпустила не вовремя. Я как бы это понимала, но мне так хотелось быстрее этот бокс. Я понимала, что он летний, что его надо было отложить аж до весны. Я так думаю, ну не буду ждать, буду делать. Вот, поэтому у нас, видите, у нас зимой Дольче. О, Елена Айвазян подтверждает мою теорию, что она походу сама устала. И пишет действительно, да, точно. Я всегда так говорю, смотрите. Вот что вы транслируете, то вы и получите, понимаете? Это касается всего. Это касается вашего внутреннего состояния, это касается ваших мыслей, понимаете? Элементарно и... Да. 372. А, ну нормально, еще, короче, есть наличие, поэтому... Вот, Татьяна Лаврова пишет, я Дольче хочу купить, он меня ждет на сайте. Да, Таня, он есть на сайте, там, в принципе, осталось еще 300 штук. Прям нормально еще. Я так думаю, мы еще до конца весны будем Дольче продавать. Поэтому, смотрите, кто спрашивает за отдельные декорации, вот пока бокс не продастся, поэтому есть вероятность, что если декорации Дольче сделают, это будет, наверное, уже к концу лета. Марина Листратова пишет, вы правы, Катя, по ногти вообще без маникюра, поэтому что можно ждать от клиентов? Все правильно, Марина. Вот смотри, я могла бы ходить вообще без ногтей и делать какую-то просто удобную ног, какую-то удобную форму, потому что вот у меня в последнее время меня прям клинит, я хочу пойти учиться на фортепиано, потому что я смотрю, как моя дочка взяла и пошла в 14 лет учиться на фортепиано, а я думаю, блин, вот я же тоже всегда об этом мечтала, почему я этого не сделала? Но у меня Эми, понимаете, на первом месте стоит, у меня стоит компания на первом месте. А я главное лицо, которое транслирует, я транслятор наших всех идей. И что? Да, эта рука короткая, но это она всегда с дизайном, понимаете? Поэтому здесь выбор за вами. Выбор за вами. А, добрый день, планируете ли вы выпустить стемпинг пассивно с кружевом из набора Дольче? Понравился. Юль, напомни, что нужно кружево из Дольче Габбана в стемпинг перенести. Да, мне уже просто это не первый раз говорят, а я все время забываю это менеджерам сказать. Хорошо. Так, запомнили. Мои клиенты просят эмблемы авто. Блин, офигенная идея. А мы уже на осень, по-моему, все макеты заверстали. Я сейчас себе запишу. Эмблемы авто. Это прям вообще отлично. Наклейки из капсулы отдельно. Просто бомба. Спасибо. Так. Сейчас я на самое начало отмотаю вопросики. А почему убрали краску? Императорский красный. Девочки. Еще раз повторюсь. Я говорила в начале этого эфира. Смотрите. Сейчас продажи красок очень сильно упали. Ну вот так вот. Клиентов, которые потребляют краску, их настолько мало, что выпускать коллекцию нерентабельно, понимаете? И мы сейчас, так как все-таки кризисное время, компания очень большая, понимаете? Мы же международная компания, у нас 2 производства и 2 офиса. И нам, чтобы вот сейчас как-то себя собрать, удержаться на рынке, понимаете? Чтобы все хорошо было, чтобы у нас сотрудники все остались по местам, в штате, чтобы нам не пришлось еще штат сокращать, потому что мы все равно чуть-чуть подсократили штат, понимаете? И компания, у нее сейчас фокус на... удержание основного ассортимента, который потребляется постоянно, особенно расходный материал. Это базы, топы, скульптуры, там цветник. Вот. А краска гелевая – это не самый популярный продукт, поэтому сейчас с него фокус убрали и, соответственно, затраты. Мы бюджет на него не закладываем. Вот. Поэтому к вопросу красок, смотрите, мы рано или поздно к вопросу красок вернемся, потому что я сама тоже, вот, ну, как бы мне сложно, потому что я люблю очень краски, красками работать. Вот. Поэтому к вопросу красок вернемся. Возможно, что-то осенью изменится, потому что я очень хотела перевыпустить коллекцию Glamlandy, Нюд Кашемир.
и пастель «Звенит». Я хотела вот эти три коллекции прям повторить и просто выпустить ограниченным тиражом, чтобы вот все, кто, девчонки, любят краски, просто купили, потому что расход же маленький у красок. Потому что, понимаете, вы там годами эти баночки расходуете. Если гель-лак, он может израсходоваться буквально там за полгода даже работы, то краска, она расходуется... Ну, год, два, три, кто-то умудряется 4-5 лет расходовать набор красок. Все, девочки, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в эфирах на следующей неделе. На следующей неделе я уже буду работать еще одной новой коллекцией. И дизайны будут такие более сочные, более яркие. И я помню о том, что нужно периодически эфиры менять. Минимализм дорого-богато. Минимализм дорого-богато. Вот. Все, всем пока-пока.